Итак, всем привет. Вот добрались до второй серии. Добрались наконец-то до нее. Так, это мы все видели. Давайте, наверное, в рейды поиграем, да? Эта серия у нас будет про это, как раз таки. Компанию мы прошли, ну так эту, как бетка типа. О! Ну вот, опять мы тут. Товарищ, подготовься к вылазке, не забудь взять фильтры, аптечки, патроны. Тщательная подготовка – залог успешного рейда. Я хотел обратно повесить. Можно как-то? Нельзя. Ну, давай. Тут не валяйся, а тут полежи. Так. Там полигон. О, гитарка. Заебись. Будильник. Поставим на место. Сюда. Так, аккуратненько. Что у нас тут еще есть? Так, это наше хранилище. Здесь что? Используя схрон для хранения нужных предметов, обратите внимание, что все предметы за пределами вашего схрона инвентаря не будут сохранены. Ага, то есть то, что я хочу сохранить, я должен сюда, короче, складывать. Так, это типа печку растапливать, да? Ага, о, а что-то чай можно намутить? Прикольно. О, она говорит, можно топор взять? Не, нельзя. О, дружище. Прикольно. Сентябрь. Угу. Так, ну ладно, давайте тут сходим, посмотрим, что здесь еще есть. Это мы читали. Майка. Понятно. Закройся конголю. Закройся. Его, закрылись. А тут... Что тут? Хабар в рейде можно найти где угодно. Внимательно смотрите по сторонам, и, возможно, вам даже повезет наткнуться на сталтер с Титаник с самой ценной добычей. Все, будем знать. Так, это списки лидеров. Счетчик. Последняя попытка, лучшая попытка. По бутылкам пострелять, да? Пью-пью-пью. Стреляли. О! Она говорила, что ее звали Таксис. Очень странное имя, особенно для нашей местности. Все думали, что она из Америки. Откуда-то из Техаса или из другого южного штата. Что она говорила, что в Штатах никогда не была. Мы жили вместе 1.5 года, и каждый день Таксис казался мне открытием, что-то новое. Но я видел, что ей со мной не очень. Хотя она этого и не говорила никогда, да я и не спрашивал. Боялся спугнуть свое счастье. Однажды утром она разбудила меня и сказала, правда, одну фразу. Я чувствую себя так, будто сегодня ночью умру. После этого собрала вещи, молча ушла, а ее слова, они меня до сих пор пугают. Что тебя так напугало, милая таксист, почему ты ушла? Нет необходимости исследовать всю рейдовскую локацию, чтобы выполнить задачу или найти выход. Однако... Настоящий сталтер всегда сможет найти в каждом рейде что-то особенное. Ну, это понятно. У меня есть еще какой-то боеприпас. Так, один магазин на Макаров, один, наверное, тут, да? Заряженный. Слушай, проверить как-то можно? Сколько там? 1, 2, 3, 4, 5... Патроники нету, ничего. Ладно, давай так. Засунем тебя в патронник. Пойдем дальше. Hello. Хорошая была песня. Это да. Здорово, мужик. Чё, как? Слышь, а дашь пострелять?
Не дашь? Требуется репутация 2. Ну, я так понимаю, это прокачивается, да? 10 тысяч стоит. О! Джиггернаут. Понятно. Это чё? Улучшение снаряжения отмечены специальными ценниками. Нужно покупать каждый раз заново. Они заблокируются навсегда. А, не нужно покупать каждый раз заново. Они разблокируются навсегда. Покупки ценник исчезнет. Ага. Ну, требуется репутация. Это, типа, какое-то улучшение портфеля. У меня он есть вообще? Да, у меня есть. Ну, типа, наверное, не такой большой, как мог бы быть, да? Баланс 160. Репутация 1. Принеси 3 ТБшки. Это туалетной бумаги, да, я так понимаю? Так, один магазин запасной у меня есть. Давай-ка... я хочу это купить. Как мне это купить? Не так? Не? Оно мне не по карману, наверное, да? Я установки прицелов на всего в тисти на верстаке. После этого понесите посадку в нужное место и отпустите ее. Но это... это мы знаем. Слушай, мужик, как мне купить, блядь? Хочу патронов взять себе. Ну, это я понял, ну. Дядя. Как мне у тебя что-то купить? И? Я хочу патроны взять. У меня вон 160 есть. Мне не хватает? Мне вообще ни на что не хватает. Или что? Подожди. Вот лазер. Нет, это апгрейды, блядь. Их я могу купить. А патроны что не могу купить? Я помню, как это можно было, блядь. Не хочет. Что-то поменялось? Понятно, тут оружие такое, это репутация 2. Ёпта. Четвёртое. У меня, короче, самый бомжастый, да? Блин, хочу купить. Как купить? Почему оно не взаимодействуется? Я помню, когда-то вот запускал этот режим, я мог спокойно покупать, блин. Ладно, похуй. Распространяется. Так, подожди, мы отсюда пришли. Ну и чё, куда дальше? Мне туда на эту, на дрезину, да? Так, мужик, блядь, я ещё раз попробую, блин, после чего? Оно не хочет. Оно вообще ничего не хочет. Нахуй иди отсюда. Оно не даёт мне, блядь. Так, давайте-ка я в реальной жизни перемещусь немного вот так вот. Все, понятно, я пошел отсюда. До свидания. Подожди, тут ты читал? Что положить себе путь в тенях. Понятно, можно иногда свет выключить. И, короче, двигаться в тенях. Ну что, попробуем справиться с этим, да? Все, давай, поехали. О, поближе встать. Ой, ебать! А где гуль? Гуль не предусмотрен. Чё тут у нас? Выжить, найти выход. В экстренной ситуации воспользуйся выходом на старой точке, прогресс откатывается. 3 рулона туалетной бумаги.
Ну погнали, насколько я тут помню, как-то она каждый раз, короче, генерируется заново, блядь. Что я хуй знает, что там, как говорится, за каждым новым поворотом. Так что надо быть, блядь, осторожным. Тут эти мутанты, блин, грёбаные еще могут быть. Пистолет мне какой-то засранный. Почистить, наверное, можно. Надо, короче, смотреть каждую полочку. Может, какой магазин найду. Дополнительный. Там он, блядь, не в компании, как. Так, 5 патронов было, один в патроннике. Тут еще внимательно надо быть, чтобы на какой-нибудь газ не нарваться. Сода. Давай соду продадим. Денюжка, как говорится, тоже. Я не знаю, вам там как видно, не видно. Мутантов там вроде не идет сзади никто. Но тут должен быть как тайник, наверное, какой-то, типа. С закрытой дверью, все дела. Ничего тут ни хрена нету, что ли? Походу, блядь. Давай посмотрим, как тут сети. Опа, а вот это мне надо. Это я уже удачно зашел. Консервные банки. Я даже не знаю. Ладно, давай возьмем. Может, что-то и стоит. Потом, если что, выкинем, если найдем что-то более ценное. Сода. Давай, сюда. У нас, конечно, ТБшку надо найти, но... Такой. Нижнюю. Что это? Это будильник. Да, будильник возьмем тоже. Сгодится, да, в хозяйстве? И дальше исследовать. Пойдем сейчас направо сходим. Опа, ТБшечка. Мне нужно 3 найти. ТБшечка одна. Что у нас тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда я не пойду. Там фонит. Давай посмотрим, что тут. Подожди-ка. Нет, это другое уже место. О! Это бонус. Это приятно. Если можешь магазин перезарядить, а? Нафиг нам этот неполный. Да? Просто потом я докуплю патронов.
и докидаю. А если мутанты будут большим скопом? Так, ты не полный, ты... Подожди. Ты полный. Идешь сюда, а ты не полный, идешь сюда. Вот так вот. Замечательно. Неполный магазин складываем справа. Так, ну чё, теперь туда. Теперь налево. Относительно нашего входа. А я не могу взаимодействовать, да? Ясно. Галюны. Галлюциногенные. Мужик. Допился. Мужик. Так, я думаю, туда не стоит лезть. То я уже как-то влез, блядь. Это первый раз играл. Хлеб. Не, что это? Рис. Давай, берем все. Ну ты что такое? Это 5 консервная банка, да? Не, запечатанная. А что ты? Что ты есть такое? Ну давай. Ну все, теперь у меня место только для ТБшек. Нож. Нож. Видели? Надо было, блядь, ёбаля пахаря убить. Кто прибежит, блядь, ко мне? Эй, ты где? Билли. Вилли. Шмили Вилли. Я ж тебя видел, блядь. Гад такой ты. Ну-ка, блядь, признавайся, где ты там спрятался. Значит, сюда ушел, да? Сейчас мы ему ножик под ребра-то засунем. Чтоб второй не прибежал бы, если он там есть. Вот он, засранец, где, блядь. Эй! Ебать, он резкий. Сколько я на него, по-моему, 4 патрона истратил, значит, еще на одного хватит. По хпшке вроде экран не покраснел, так что... Я еще ножом полоснул разок. Так, ладно. Я хотел вообще за эту дверь пройти. Но меня отвлекли. У нас тут да лучше я не сделал. Так, ТБшечка.
Так. Сейчас, ребята, мне надо в зону вернуться, блядь. Ага, все, я в зоне игровой. Так, еще одно. Вот. Все. Задача выполнена. Родина меня не забудет, да? Я надеюсь, вам тут все пиздато видно, без зажигалки. Ладно, давайте возьму зажигалку, чтобы не рисковать. Конечно, мутанты мутантами. А на Ютубе приятнее видеть видео, которое нормально видно, блин. Слышу, блядь. Где ты там прячешься? Вот он, гад, блядь. Ебать, надо лечиться. У меня есть аптечка. У меня нет аптечки. Да, короче, Макаров такое себе дело. Но сейчас мне надо быть крайне осторожным. Мне реально, блядь, нужна медицина. Я тут даже не рассчитывал, сейчас второй выскочит. Можно мне медицину какую-нибудь? Так, нам еще туда сходить надо. Кружка алюминиевая. Кисель. Я думаю, всяко поинтереснее консервной банки будет, да? Ебать, я уже от этих звуков, блин. Когда хпшки на один удар осталось. Так, ну здесь-то можно хилку найти какую-нибудь? Дай хилку. Сода. Опять какая-то хрень. Кружка. Хилка, блядь, где? Матрешка. Ну, матрешка это, блядь, это святое. Вместо чего, матрешка? Вместо тебя. Я не знаю, что тут по цене там, что оно как стоит. Матрешка, мне кажется, дело нужное в хозяйстве. В отличие от банки какой-то там, непонятно чего. Аптека, блядь, где аптека? Где, мать его, аптечка? Я тут реально сейчас, блядь, на плюху остался. Так, опять толчок какой-то.
Толстяк полечился, а? Бумага. 5 бумага. 3 штуки, блядь. Но у меня все вроде уже более... Квест я уже взял, блядь. Квест я уже выполнил. Сейчас надо только выжить постараться. Сука, аптечку дайте. Так, осмотрим тут. Потом на низ пойдем. Ну, на низ, наверное, с противогазом надо идти. Ебать. Опять какие-то разветвления. Давай направо сходим. Это тут куколя получается навернул, да? Это типа скример был, да? Я просто не совсем его видел, потому что у меня тут зона была неподалеку от меня. Сука, дайте аптечку, блядь. Не-не-не, нахуй, нахуй, нахуй. Я бы подошел бы, попытал бы, что там за бумажка такая, но... Оно мне надо, блядь. Если там явно что-то хванит, блин. Что это мыло, что ли, хозяйственное? Это хлеб, блядь. Ой, блядь, вместо чего я могу тебя взять? Соды, будильника. Сука, давай вместо будильника. Сейчас будильника, может, какую бомбу. Давай вместо соды. Похуй. Сойдет. Или это мы тут сейчас куди наворачиваем, блядь? О! Я ж даже близко не подошел. И нихера у меня нету, блядь, да? Сука. Не, есть. Ну так-то лучше. Блин, хардкорно. О, подожди, может сейчас торговец будет доступен. У меня же там 160 рублей было. Патроны хотя бы дашь. Да-да. Я взял и притащил. Ты, блядь, когда мне, сука, продашь, блядь? Мне как воздух нужный, блин. Нажимать может тут? Не то.
Давай вернуться. Понял, блядь, что творится, блядь. Короче, пацаны, спасибо вам всем. Первая серия вот такая была. Мы не выжили. Сейчас, наверное, буду записывать вторую. Всем спасибо. Всем пока. Так, остановить запись.